сегодня мы идем вот в этот дворец Долбахче. Так, смотрим со стороны моря на него поближе. Он невероятно красивый. Насколько я знаю, был построен уже 19-20-е. Там жили султаны. Что же, идем. Так, мы купили билет. Билет стоит 1050, на наши деньги 3000. Ну что делать? Какой курс у нас? Главные ворота, вот это уже по-нашему, да, прям вот, мне кажется, нам всем это очень должно понравиться. Нереально красиво. Это вот прям... Ой, и печать. Вот это печать. Роспись. Сейчас узнаем, кто строил. Боже мой, почему я не подготовилась? Интернет мне в помощь. Вошли вот в эти ворота, главные, да? Заходим в следующие. Так, 1842-1853 за 11 лет султан, Абдул построил дворец. В общем, каждый султану надо было что-то строить. Невероятно красиво смотрится с Босфора. Это я еще сниму. Ну что, пошли. Фаны, символ Стамбула. У нас все это скоро с вами зацветет. Мы будем наблюдать. Ароматно, кстати. Нет спора, что это самый красивый забор, который я когда-либо видела. Вот здесь я вот прям ничего не могу сказать. И посмотреть вид еще вот прям хочется. Остановиться. Положение, что местный султан побывал в нашей Ливадии. Ну, потому что посмотрите. Посмотрите, господа. Прям что-то напоминает. Ну, спору нет, да? Светленько, красивенько. Кстати, за 11 лет, конечно, построить это. И нам бы, вот нам, мне кажется, это более понятно, чем Топкапы и вот это все. Вот дворец нам. Да, согласитесь. Ну что, пойдемте во дворец. Так, мы вошли. Это парадная. Сейчас мы пойдем в горы, конечно. Горим. Сходить. Обязательно. Короче, это какой-то трэш. Мне казалось в какой-то момент, что это просто никогда не закончится. Меня там закроют и никогда оттуда не выйду. Дорого, богато. Честно, охреневаешь. Вот, ну, блядь, однотипные комнаты. Я, конечно, все снимать не стала, только то, что вообще там запрещено было снимать. Ну, блядь, как
Вот, однотипная абсолютно комната, одна за одной, все одинаково, и ты уже просто цветовая гамма меняется. Ты в какой-то момент уже думаешь, господи, выпустите вы меня отсюда, от этого дурдома. Так, наконец-то не горел. Зашли. Так, сюда нельзя, но да. Много комнат, это прикольно. Обожаю, когда много комнат. Так, здесь вроде как можно снимать. В любом случае запрещающего знака я не нашла. Это я. Пойдемте, пойдемте. Товарищи, мы вышли, значит, самые большие апарты получаются в Эль-Де Султан, снимать нельзя, вот, и множество однотипных апартов, это жон, хер вот случает там, я не знаю, вот, ну и там еще на первом этаже все вот эти вот наложницы и обширная там баня, короче, я опять устала от этих дворцов, вот, но здесь поприличнее они все-таки жили, чем в топ-капе, хочу отметить, что здесь им, наверное, все-таки жилось как-то получше, чем там. Там я вообще не понимаю, где они их размещали. Здесь прям вот клево.
Doesn't he?